Моя в доме большом. Вырубил одного. Большой дом 30. Там вот. Вырубил там одного, больше не знаю. Воу! Кто-то выстрелил за забором. Убил двоих. Я не знаю, что я творю, поэтому можно промолчать просто. Я не знаю, как я это сделал, просто давайте промолчим. Да, да, да. О, да. Хуй знает, М-ка есть, коряк есть. Делил нет. Пошли того посмотрим, он в доме большом. Это очень близко к импесту, блядь, рядом с ним. Чуваки, прямо справа от нас очень близко стрелялись. Пошли в дом, в большой дом забеги, тут может берил будет. Там вообще вот он надо нам. Мой брат есть. На справа твой челик прям очень близко стрелялся. Мне кажется, что он не в кемпе, он где-то рядом. У меня такое ощущение, он как-то так стрелял, может просто такой... Да, мне кажется, что он там вот где-то за дорогой в этих... В этих, как они, в писюнах в этих. Да и как эти челевы будут, чёрт, там гора огромная, надо бы нам перебегать, Сань. А, вон тебя, чувак, у этого был, блядь, у забора. Сука, мы твои... Это не будет. Дороги далеко. Дороги там вот далеко, где-то на 40. Ну ладно, не буду никого не стрелять, мало ли что они будут. Убили кого-то в кемпе. У нас слева один челик, слева один челик. Вижу. Убил его. То он сидел на месте, он бы устался. В кемпе есть, но надо туда бежать. Не знаю. Да, это я тоже видел. Да, да, да. Пизда мне нахуй. Из дома. Видел? Да, я тоже видел. Я видел одного. Ну, мне хуй бы с ними. Мне надо бы вырубить одного из них. Ну, пикните кто-нибудь, блядь. Пикни, блять, мудак. А, дым, короче, кину сейчас просто, и все. Раз они не хотят нас пикать. Да. Красава, погнали, погнали, погнали. Попал по ним, все, погнали. Он был, он вроде в первом был, нет? А, ты вырубил? Я думаю, ты попал просто. Окей. Он разве в третьем был, уверен? Попал? Хуя. Это слева. Слева на дороге. Блядь. Дым попался. Убил. Я хуй знаю, Сень. Эти двое ищут. Ты чё уж там в кемпе, блядь? Коза лез. Это тоже. У меня есть. В каком доме? В большом в этом, да? Я так кинул большой, но там на первый, по-моему, этаж летел. Там. Короче, за забором прям, по-моему, перед нами. Так, он за забором прям перед нами вылили.
12. Тупо, блядь, какой-то вообще пиздец был. 12 киллов, блядь. Он ходит, они, те чуваки, которые там были в здании, они, короче, выбежали и уже убежали, типа, тогда дальше, в забор, типа.